Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег башка попадет. Совсем мертвый будешь. С потеплением снежный покров на крышах зданий и домов начал таять, образуя огромные сосульки. Это сигнал для принятия мер управляющими компаниями и собственниками зданий по своевременной уборке снега и наледи, дабы избежать несчастных случаев. Контроль над выполнением предупредительных работ проводит управление по административно-техническому надзору мэрии, которое рекомендует заняться данной работой заблаговременно. Следует напомнить, что согласно нормам и правилам благоустройства Кызыла, от снега должны очищаться дома с мягкой или плоской кровли. Счищается снег также с крыш девятиэтажек, где смешанная кровля. Механическая уборка снега по соображениям безопасности не производится в домах со скатной кровлей в связи с хрупкостью шиферного материала и скользкостью металлического покрова. Всего в городе насчитывается чуть больше 500 многоквартирных жилых домов. С наступлением оттепели мэрия Кызыла обязывает обслуживающие компании ежедневно производить осмотр домов и по мере необходимости производить удаление наледи и сосулек. Жителям также стоит обратить внимание на выполнение этих работ в их домах и требовать от управляющих компаний и ТСЖ снятия с крыши ледяных образований.